Пруд «Серая шейка» для жителей Дашковой песочни – место знаковое. Когда-то эта красота в самом центре многоквартирных джунглей радовала глаз рязанцев. Но сегодня водоем зарастает камышом, скопилось много тины. Плановая очистка от дирекции благоустройства города стала ярким ответом на все обращения граждан. Нужно сказать, что этот водоем мы чистили в 2013 году таким же способом, плавающими экскаваторами. Это наиболее оптимальный или бюджетный вариант почистить пруд от болотной растительности. С 2013 года, ну лет 5-6, он находился в удовлетворительном состоянии. И вот уже по прошествии 7 лет начал по краям прорастать до камыш и другая болотная растительность. И поэтому вот эти работы необходимо было опять провести. Сейчас здесь работает бригада из 6 человек на 2 плавающих понтонных экскаваторах. На очереди соседний пруд, где обитают черепахи. Их фотографии в соцсетях уже вызвали бурю положительных эмоций. В дирекции благоустройства о них тоже думают в первую очередь. Черепахи у нас живут выше на пруду. Это каскад нескольких прудов. И вот пруд, на который выше, он находится в заболоченном состоянии. Он такой, там много ила, толстый слой, много камыша. И да, у нас тоже есть обращение почистить этот пруд. Вот мы ровно по этой причине не приступаем его чистить ни экскаваторами, ни земснарядами, только из-за черепах, потому что им вот это навредит. С дна водоема уже вывезли 200 кубометров ила. Вдвое больше обещают поднять за эту и следующую неделю. После очистки берегов серой шейки их засеют газонной травой. Ангелина Никитина, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».